Йоу, салам алейкум, ребят, с вами Шторм. Я вижу, что прошлая серия «Пути к Маквину» вам очень сильно понравилась. Меньше чем за сутки вы набрали 330 лайка, как я и просил. Поэтому, ребят, условия все те же. 333 лайк, я снимаю новую серию. Также вы уже добили 5200 подписчиков, поэтому сегодня мы для вас разыграем 1 миллион абсолютно на любом сервере Аризоны. Пофиг, где ты играешь, от Феникса до Пейсона. Все, что тебе нужно, это просто оставить комментарий, подписаться на канал и поставить лайк. Ну что, братанчик, желаю тебе удачи. Ну а мы поехали. Как обычно, пришел на ферму льна, ребят, и давайте здесь немного поработаем и посмотрим, сколько мы здесь заработаем. Буквально пару минут я поработал, заработал 33 хлопка и 45 льна. Это все я продал чуваку, который скупал по 1500. Пришел, ребят, на ЦР, сейчас пойду спать, скорее всего, выставил вот такие вот цены. Хлопок и лен скупаю по 1000 и металл по 5000. В принципе, ребят, я все скупил буквально там за 2 часа. Продаю лен и хлопок по 2000 за штуку, а покупал по 1000. И продал 115 металлов по 5000. Да, ушел я в ноль, ну, грубо говоря, даже в минус, потому что комиссия была на металл. Но, в принципе, из-за хлопка я ушел в плюс. Не забывайте, ребят, что я играю на Резонер по Пейсон. Вводите маник по регистрации Big Storm. При достижении вами 5 уровня вам перечислится 300 тысяч. Также хочу сказать большое спасибо подписчикам, вы дарите мне крутые подарки, но подарки, ребят, я не буду вносить в путь, то есть я их, если буду продавать, то я буду их отлаживать в другую, там, какой-то, не знаю, либо в евро менять, либо что, потому что, ребят, реально, ваши подарки я буду использовать немножко в другом контенте, типа, что-то либо казино снимать, либо что, а так путь я буду вести сам. Ну, за подарки, ребят, спасибо. Также, ребят, в честь обновления, теперь вот эти вот квесты у Николая, ежедневные, и за них будет даваться каждый день один ларец с премией. То есть, ребят, это вот этот вот кейс, который там может выпустить что-то типа Ламборгини, вроде бы, там, новый вертолет. Ну и, короче, ребят, я решил взять первый квест. Это квест с автобусником. Нужно проехать 100 чекпоинтов. Сложнее всего было поймать вот этот вот автобус, потому что реально народа было просто валом, но, в принципе, через минут 10 я его успешно и словил. Ездил я по чекпоинтам минут 30, где-то так, от силы, но, ребят, в принципе, это стоит того, и у нас есть плюс один ларец с премией. Второй квест, который я взял для ларца с премией, это был металловоз, и, в принципе, ребят, я его успешно провез, нужно было провести 5 заказов на металле, и, в принципе, это тоже где-то за полчаса спокойно выполняется. И продал эти 2 ларца с премией по 850 тысяч. Конечно, мог продать немного дороже, там по 900 тысяч я видел продавали, но, в принципе, ребят, не хотел долго стоять и продал это все по 850 тысяч. А теперь бы хотел бы обсудить молнию Маквина. Ведь многие говорят, что, типа, а как его получить, вообще, за сколько его можно купить, и, типа, так его же еще не добавили или что, ребят? Маквин уже есть на сервере, то есть, ребят, это проверенная информация, то есть вы можете даже вбить в ютубе Маквин Аризона, и там есть ролик там админов, где на Маквине, там есть Бабулева, там где он показывал, что Маквин уже есть на сервере, то есть его можно как-то получить. Ну, короче, ребят, сейчас я вам расскажу. Я думаю, что его скорее добавят перед новыми квестами, которые будут либо на Пасху, либо на 9 мая. Думаю, скорее всего, на 9 мая. Но, ребята, и его, типа, можно будет получить за какие-то талоны или что. Ну, как, знаете, когда добавляли первый раз вот эти вот новые машины, тогда на день рождения Аризоны первые машины добавляли, и тогда, чтобы их получить, тоже надо было обменивать, типа, на разные такие шняги. Ну, ребят, короче, я думаю, как вы поняли, что это будет, скорее всего, на 9 мая, а до 9 мая, как бы, нужны еще бабки, и поэтому вот этот путь и заработан на том, чтобы зарабатывать сейчас бабки. Не только же я Маквина буду покупать, еще, возможно, какой-то сет себе соберу в этом пути, и так далее. Ну, короче, ребят, все зависит от вас, поэтому, ребята, реально поддержите лайком. На этом, в принципе, я и решил закончить сегодняшний день. Да, ребят, серия получилась довольно маленькая, но, ребят, я пытаюсь для вас впилить ролики почти каждый день. Поэтому, ребят, пишите в комментариях, как вам путь к Маквину и хотите ли вы продолжения. Все, также 333 лайка, я выпускаю новую серию, ребят. А также, ребят, напишите, что бы вы хотели еще видеть, типа... У меня, кстати, есть ВКонтакте, можете там переходить по ссылочке в описании, мне писать, что бы вы хотели видеть еще на моем канале. Также оставляйте ваши комментарии, я все очень читаю, все лайкаю и на все смотрю. Ну а с вами был Шторм, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Слышь, пацан.
Или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался. Лайк поставь.